Здорово, подписата. Сегодня у нас, как и говорил, будет свиной карбонад в духовке. Пожарил я его без всякой фольги. Просто обмазал чесноком, давленым и горчицей. И вот так вот просто запекал где-то час 10. Ну, надо вроде его полтора часа, поэтому не знаю, будет кровь или нет. Давайте посмотрим. Загрызать будет капуста. Ну и, как всегда, помидор, огурец, лук. Ну, давайте посмотрим, с кровью он или без крови. Весь мы его не будем есть, так как это вредно для поджелудочной стока, да? Но половинку подушатаем. Половинку подушатаем. Не, нормально. Нормалек. Все ровно, все четко, без крови. Я переживал. Смотрю, просто с него сок течет. Что, у нас дым идет, видно, да? Дым идет. Не знаю, лук, может, и не пригодится, потому что он и так острый. Самое интересное мне было, пока снимал, там была шкварка. На чем он лежал? Ну что, какое? Какая мне больше нравится? Кстати, сейчас в Волгограде 10 утра, а я-то у меня 8 утра должен есть. Если я в 4 вечера, да, поел, даже не в 4, полчетвертого я обычно ем. Получается, я без еды не 16 часов, да, а 18 даже. Прикольное ощущение, желудок спит. Ну, сейчас его карбонатиком разбудим. Так, это не кровь, это, видать, уже сок. Крови нету, самое главное, крови нету. Слушай, а вкусно? Чтоб поэстетичнее было, да? Поэстетичней. Вот она, это чеснок с этим, с горчицей. Так, мне интересует с кетчупом. Употребим сахар. А то я обычно сахар же не ем. Ни хлеб не ем. Вот такая вот. Что-то вообще разницы нет. С нами лук. Вот с луком есть разница. Знаю, если в фольге пожарить, он будет нежнее, но не будет сухим таким. Но мне лень.
Я вот чуть-чуть иногда накрывал другой сковородкой. Самая вкусняшка вот это, на чем он лежал, да? Там сало. Сальца. Ну что у нас вес? 107. Осталось 7 килограмм, да? Спрашивают, какой у тебя вес был? У меня там в сообществе, во вкладке. Можно отмотать вниз. Например, в конце сентября у меня был уже 118-119. Но если вы отмотаете еще дальше, в августе, было там 122 или 121. И даже многие не верят, ну как, одна подписчица пишет, ну типа с гири взвесился, взял типа гирю, да, и взвесился. Делать нехуй Женечке, да, взвешиваться с гирями. Я чисто для нее не поленился и в Инстаграме снял прям с рукой с левой, то есть вот я держусь, то есть что у меня, она пустая, я не за люстру не держусь, не за шкаф. И выложил. До сих пор у меня этот пост там висит. Почему я сейчас всегда вешаюсь? Взвешивание у меня фотка всегда с левой рукой я показываю, как бы. Это то, чтобы видели без наебалу. То есть левая рука свободна. Я не держусь ни за диван, ни за стенку. Сами знаете, да, как чудеса такие делаются. Потому что рукой можно и за люстру подтянуться, да, там хоть 90 сделать килограмм. Получается, это самая диетическая часть свинина. Но мне шейка по душе больше нравится. Десять тысяч шагов каждый день хожу. Минимум. Бывает все настроение, могу и 15 тысяч. Не пропускаю. Если настроения нет, то просто 10 тысяч. Это тоже очень хорошо помогает.
Хлебобулочные изделия я не ем. Даже на читмилах, вот на этих, на двух обжорах в неделю. Так как уверен, что хлеб это наркотик, такой же, как и пиво. Если я съем кусочек, то мне захочется два кусочка. Или пол саечки, или сайку в рыло долбануть. Поэтому нельзя. Ну что, давайте уговорим уже последний этот кусок. Тут что-то расписюлили здесь. Диетическое мясо. Обычно я его не жарю, такой карбан. Обычно я люблю свиную шейку. Но шейка, она жирноватая, сами понимаете. Вот она горчица с чесноком. Кстати, соль я тоже не ем. Но на обжорах ем что-то соленое. Вот квашеную капусту. Ну все, ребятка. Всем пока. Второй обжор будет либо в субботу, либо в воскресенье. Всем пока, всем добра.